Так. Спасибо, до свидания. Ну что, привет всем, значит, это мой влог. Приехал, значит, прямиком из Баку в Казань, вот первый раз. Вот такой вот автовокзал симпатичный. Казань, большой город, встречай. Что, поехали? Вау. Вот дверь. Вот расписание. Зал ожидания. Казань. Поехали до визу. Или статум, Астана, куда хочешь. Да, вон туда, вон туда. Не, холодно, не давай надо. Быстрее. Давай вон туда, братишка, я тебе до визу бесплатно. Ты что, не слушай, родной, братан, вот пошли туда, родной, братчик, родной, туда. Я все, приехал, родной, уже, спасибо. Брат. Красавчик, эй! Подходи, красавчик, дай сюда сумку, а? А, красавчик, теплый, давай тепло, пойдем, а? Казань теплый. Сумку осторожнее, пожалуйста. А, нормально все, вся, у вас вся. Кто там, алло? Все нормально, не бери голову. Что за дела? Брат, не беспокойся, а брат осла, фу, посла какого приехал. Какого осла? Я да, за сумки брат оплатил. Брат, без проблем, 12 часов без проблем. Давай, брат, все нормально. Может выпустить ее? Какой выпустить? Не бери в голову, нормально все. Красавчик, эй, Казань самый лучший город, самый лучший такси, мой такси, брат. Брат, садись, садись, тепло, садись. Куда не стоишь, садись, ну ты чё? Тихо. Это тихо, Казань, ага, брат, ноги в тепле, ноги все хорошо, брат, все нормально. Да, куда пусть тебе, куда ехать? Да так, недалеко здесь, кольцо, а, кольцо. Все, все нормально. 1500 будет, давай, брат. Сколько? 1500? Слушайте, сколько? 1500? 1500? Тысяча, я сказал, ты чё? 1000, едем и все. Ну что, поехали, только можно мне как-нибудь побыстрее, потому что меня там друг ждет. Я понимаю, что спик, конечно, понимаю все. Брат, все нормально будет, фильм такси видел, да? Ну видел, а вы что сейчас, гонять будете как сумасшедший, что ли? Не-не. У вас что, машины как-то модифицироваться будет? Да не, модифицироваться не будет, просто музыка будет из фильма, да. Допустим. Поехали. Номер-то виден был, нет? А ты, брат, что снимаешь-то? Куда выкладываешь там? Ютуб, что там? Я влогер. Влогер? Нет, я влогер. А я влогер? Просто... Влогер. Шурыгина, влогер, да? Да, влогер. Я про Казань хочу влог снять. Ну, все-таки город известный. Надеюсь, как-то подписчиков наберу, не знаю. Ютуб, да? Будет, да? Да, да. Рекламу можно сделать, да? Давай, реклама? Конечно, можно, конечно, да. Пацаны, девчонки, а? Все идите на мой такси здесь, говорят правду. Да, бананом запахло. Ты кушать не хочешь, да? Кушать. Кушать? Ну, да, немножко проголодался, да? Ну, да, я поем. Смотри сюда. Слушайте, а что так дорого? Это сникерс 200 рублей, лейс 500 рублей. Что? Братан, брат. Здесь санкции, фанкции, фиксации. Обама все испортил. Это что, типа мини-бар? Брат, алкоголь нет, нельзя алкоголь у нас в Татарстане пить. У меня акции, брат, проходит. Кола здесь плюс сок. Это у меня комбо идет, все за 800 рублей. Кола самый лучший. В Казани что посоветуете посетить, куда сходить, что посоветуете? Миллениум мост есть, ну там 5 минут пройти, а еще у нас кружка, чашка есть, чашечку у нас есть, ну там делать нечего. Слушайте, а вот говорят, у вас здесь Мариэл, какое-то озеро там красивое, недалеко от Казани, знаете? Мариэл. А, это где Элвин Грей, что ли? А кто это? А, не бери в голову, да один старый маленький мальчик, вообще, фу. Про озеро-то что скажете? Озеро. Брат, туда нельзя ехать. Я гороскоп повысил. Неблагоприятный день. Наводнение. Самое лучшее место — высокая гора, брат. Там такой простор, там исламчик живет. Сейчас как раз туда едем. Стоп. Мне к кольцу надо. Тебе туда ехать надо, да? Кольцо дороже будет. В смысле, это же центр. Через высокую гору. Короче, брат. Слушайте, а это что такое? Это ноу-хау какой-то? Ноу-хау, не ноу-хау, чисто татарский амулет это. Чтобы клиентов как мух притягивать, как шибен притягивают. Шибен по-татарски муха будет, короче. Такая вот, да? Слушайте, уже потемнело, да? Мне просто товарищ, который меня ждет возле кольца, сказал, что от автовокзала до кольца минут 5 ехать. Минут 5? Мы уже едем часа 3, наверное. Ты, твой брат, братишка, он вообще казанский, нет?
Я по самой короткой дороге. Сейчас за 5 секунд доедем, как в фильме «Такси». Пакет приготовь, сейчас блевать. А здесь культурные люди отдыхают, вот такие, как я. Видишь, там горка спускается по рифленой крыше и сразу в озеро Кабан. Так, стоп, подожди, можно, пожалуйста, это... Где? Подождите. Это же кольцо. А, кольцо. Мне же как раз сюда надо. Оставьте меня здесь, прямо здесь оставьте. За исламчиками заедем, да? Не-не, я все понимаю, мы и так целый день просто потратили на дорогу. Исламчик ждет. Брат, ты че, ты же не заплатил? Так, я, не делайте Казани. Я прошу прощения, я совсем забыл. У меня налички нету, я могу вам как-то на карту скинуть? На карту? Медицинский, да? Нет, у меня Сбербанк, если как-то. А, Сбербанк. Но медкарта есть, если надо. Не, медкарта не нужна. Давай, Сбербанк, скидывай мне, давай, брат. Сейчас из машины выйдет, светло будет. Если что, я тебе найду, брат, не беспокойся, береги себя. Давай. Все. Давай. Или они за нами? Они за нами! Run. Стойте! Стойте! Эрик! Мы, походу, отрывались. Бежали, быстрее! Они могут догнать в тачку! У меня тут тачка стоит! У тебя тачка есть? Да! Я в пассажирской, куда мне? Сейчас, я открою! Ты нафига линейка, Эрик? Я всегда так открываю, у меня ключи потерялись. Криминал и только. Ты в курсе, что ты... Подожди, я помогу тебе. Головой. Я не смогу так ехать. Попробуй ногами вперед попробуй. Слушай, не получается. Что делать, а? Может быть, ты снимешь костюм как бы? Ой, точно. Как раз образ поменяю, чтобы они не узнали меня. Хорош, давай. Помочь тебе? Я не справлюсь. Быстрее, они могут догнать. Да я понимаю. Фу. Быстрее. Тимур, родненький мой, поехали быстрее. Поехали к общаге, сейчас доедем, тут недалеко. Слушай, мне кажется, нас менты остановят. Потому что я не пристегнут? Не, потому что на заднем сиденье пармезан несанкционированный. Где общага-то? Вот общага, все, приехали. Я просто рядом оставляю. Блин, тут парковка платная, слушай. А там, может, переставим куда-нибудь в другое место? Ну давай, слушай. Сейчас разворот полицейских. Я всегда так делаю, нормально. Через две сплошные? Не, тут это прерывистое. Ну вроде оторвались, да? Слушай, прерывисло. А ты мне объясни, что происходит вообще? Да слушай, короче, я листовки раздавал, да? Оказывается, не в своем районе раздавал. Они говорят, мой район, тут не раздавай. Они опять, нет, мой район. Они опять, мой район. Они опять, мой район. Слушай, ну... Конечно, нормально, приехали. Умен, но здесь тоже парковка платная. Блин, что, серьезно, что ли? Ну сдай назад. Давай, на перекрестке оставлю. Окей. Так. Я смотрю, нормально. Опа! Ты идиот, Эрик! А ну им бочинка, сэ! Что случилось? Жесть! Эй, ты живой, брат! Ты идиот, встань с него. Вообще посмотрим, что это паук жив, нет? Блин! Нам валить надо быстрее! Девочки, привет! Привет! Че, как дела? Не заметили? Да, оттуда. Альметьев, серьезно? Да. Привет, Альметьев! Он из Баку приехал. Не состыковочка вышла небольшая. Ты должен валяться. Сейчас это тела уберем, ничего страшного, лобычки кидайте. Так, спокойно. Ну, трупак, походу. Слушай, скорую давай вызовем. Ты идиот. Может, в общагу их? Там у нас врачей, знаешь, сколько, что-нибудь придумаем. Мишку.
Нормально, 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 я справлюсь. Ты что снимаешь ты, кстати? Я влог хотел записать, а у меня получился какой-то боевик. Так, сейчас мы его затащим туда. Слушай, ты уверен, может, все-таки скорую вызовем? Не-не-не, в общаге помогут. Слушай, подожди, у меня машина сейчас грязная будет, если листочки вот эти не убрать. Какая машина грязная? Ты... Ну, слушай, знаешь, мойка как дорого стоит. Все, не закрывай багажник, пусть так будет. А что с Человеком-пауком? Что закрываешь? Может, так на крышу доедет, а? Ну давай. Давай на тебя положим его. Эрик, если бы не 12 лет дружбы, я бы давно ушел, чтобы ты знал просто. Человек-паук, ну-ка, опа. Слушай, ты накачался? Ну, конечно, бегать столько. Все нормально, удобно тебе? Ну, удобно, как брат? Сказать? Подожди, не вытаскивай, я сфоткаю с ним. Помоги голову держать его. Ты уверен, что ли, что сейчас время? Давай я с вами. Да. Ну, давай план, что делать будем. План у меня есть. Сейчас под песню Eye of the Tiger. Тун, 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 тун. Давай поставлю. Сейчас. Да не надо, я понял, что за песня. Под эту песню. Сейчас. Мы с тобой должны незаметными, как кошечки, пройти к общаге. Ты берешь вот так вот руки, как будто пистолет у тебя в руке, да? И по стене вот так вот пробираешься медленно, медленно. Потом мы с тобой проползаем под турникетами. Охранник нас не замечает, он смотрит телевизор там все время. Значит, проползли под турникетами, бежим на лестницу. Здесь мы должны будем подниматься по перилам, строго по перилам, чтобы отпечатки не остались. Там от пальцев, от ног, все дела. Поднимаемся на 6-й этаж, там фонарь, он знает, что делать. А с телами-то что? А, да, тела. Давай, ты предлагай теперь. Слушай, мы просто один отвлекает, другой протаскивает тела. Добро... Давай, медведь будет отвлекать. А мы с Человеком-пауком будем протаскивать тебя. Ладно, поржали, хватит. Значит, Человек-паук отвлекает, а мы с медведем протаскиваем тебя. Так, серьезное дело, да? Все, хватит ржать. Значит, получается, охранник отвлекает тебя. Умри, ну ты уснуть должен. Фаниль будет отвлекать с 6-го этажа охранника. Да сейчас как ты хочешь, я не понял. Эрик, не тупи. Что делать-то с телами? Опа, смотри, сейчас тачка заезжать будет, да? Вахтер отойдет к воротам их открывать. Пока он их открывает, мы, Человек-паук, ты и медведь заходим в общагу. Все, добро. Слушай, ты, может, их не будешь снимать? А то потом компромат будет на нас. Тренировка перед свадьбой, как говорится, да? Ой. Осторожнее, осторожнее. Руки, давай, голову сюда, смотри. Голову. Сюда его. Я посмотрю на него. Он же еще совсем юн. Давай, Серегу позови. Я не знаю никакого Серега. Серега! Серега! Помочь надо, Серый! Узбекский плов! Опа! Это по мне. Вот это, конечно. Так, это что это происходит? Все нормально, это мой кореш армейский! Так, Серега, Эрика не слушай, он на измене. Просто помоги, я потом все объясню. Хорошо, я пошел за фонендоскопом и хаут. Милиция, всем лежать! Рядовой Джураев! Это шутка, Эрик. Отбой, братва, свои! Шутка, успокойся. Вы что, с ума сошли? Че ты смотришь, на завтра топка? Пацаны, хорош! Так, начнем наш осмотр. Не дышит. Прописать пеносол. Смотрим медведь. На-на-на-на-на-на. Медведь. На-на-на-на-на-на. Смотрим медведь. О, рука сломана. Не сиренгет, давай быстрей. Есть. Есть, скидывай мне быстрее, сейчас посмотрим что-то. Это 100% перелом, видишь? Да, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. На обзорной рентгенографии, в прямой проекции. Продолжай. Косой перелом двух рук. Слушайте, ребята, у меня есть товарищ в клинике, может, к нему сразу отвезем его? Он поможет! Да, конечно! Ура, давай, поехали! Тащи. Сейчас, все нормально. Аккуратнее. На мишку его положим, он же мягкий, да? Слушай. Да нет, все нормально. Это они микро вчера сдавали, устали. Пустые костюмы. Все нормально. Костюм пустой. На девятке не вариант их вести. Ага. Опасно. Есть идея у меня. Серьезно? Классно, да? Тачка Зинура Мансурыча. Он просто сейчас в отпуске, я пока на ней катаюсь. А ключи ты где взял? А, они в общаге хранятся все время. Сейчас тебе
удобно разместим. Голову, голову, голову. Фотка. Слушай, а мы с тобой точно не лезем еще в больший криминал тем, что ты взял чужую тачку? Тут главное, чтобы нас менты не остановили. У нас в багажнике груз, тела, трупы. Как назвать их, я не знаю. Пусть будет груз, грузовая же машина, да? Так, тихо, сейчас, тихо. Эрик, тихо. Так, тихо, 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 спокойно, медленно. Спокойно. Остановили. Эрик, он палочкой показывает. Гоним, гоним, гоним! Гони, гони, гони! Эрик, он нам палочкой помахал. Да. Заворачивай во двор. Гони, гони. Смотри, гони. Бежит, не бежит. Он нет. Бежит, Эрик, он бежит. Все, все, останавливаюсь. Не парься, сейчас все разрулю. Здравия желаю. Во-первых, лейтенант Фарниев. Во-вторых, права, техпаспорт. А у меня нет документов. Дома забыл. Ну ладно, страховочка может есть. А страховки тоже нет, я вообще ее не делал. Ну ладно, давайте в багажник посмотрим хотя бы. Давай посмотрим. Ты что, уверенно играешь, что ли? Конечно, все нормально. А ты что снимаешь? Просто так. Вот, пожалуйста, два тела. Сбили. Нормально, давайте, удачи, счастливого пути. Спасибо. Давай. По-твоему, сейчас так будет? Ну, может, и не будет. Слушай, он какой-то бородатый, злой. О, мама, роди меня обратно. Здравия желаю. Здрасте. Во-вторых, лейтенант Фарниев. Документы, права, техпаспорт. Вот, пожалуйста, права. Вот техпаспорт, все документы в порядке. Все, могу ехать? Пройдемте к багажнику. Багажник, да? Посмотреть хотите, да? Открыть, посмотреть. Я с тобой, Эрик? Да, пойдем. Я снимаю, если что. Бежим! Че? А, это я думал, салочки начали играть. Да, ты маешься. Почему багажник открыт? А, так это... Я не закрыл дверь. А, вот, багажник пустой, пожалуйста. Больше никогда, лейтенант Фарниев, никогда больше. Больше не откроем, вообще никогда. Машину уберем, продадим. Ладно, счастливого пути. Все, мы их потеряли. Как говорил мой отец. Нас загребут. Берем одну руку, берем вторую. Они нас дадут, посадят, я не закончу мед. Так, все, сопли в стороны, слезы в стороны. Соберись, тряпка, ты незаменим. Нет! Как боксеры выходят, да, на ринг? Кляп в рот, и все, погнали. Ищем, мы же ищейки. Сань, главное не психуй, спокойно. Тимур, смотри по сторонам, ищи. Эрик, смотри по сторонам, ищи. Тимур, смотри по сторонам, ищи. Ищи по сторонам, Эрик, по может, сторонам, ищи. Может, тут тут, Тимур. Между нами. По тому же маршруту, езжай по тому же маршруту, все, по которому все. Мы ехали. Все, возможно, они просто выпали из машин. Yes, sir, спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию. По тому же маршруту довезем быстро. Запасные выходы спереди и, как оказалось, сзади. Давай, смотри, смотри, вон во дворах. Смотри. Я смотрю, смотрю, ты на дорогу смотри справа лучше. Справа смотри. Я внимательно смотри, смотрю. Смотри, смотри, смотри. Я внимательно смотрю. Она Эрик! Осенька, Эрик! Останови! Это фиаско, братан! Эрик! Эрик! Ты чё, Эрик? Да прикинемся, как будто мы без сознания. ДТП, все, там никто не виноват. Светофора тут не было. Ты идиот! Да что делать ты еще? Выходим, мы вышли. Давай быстрее, пока людей нет. А, давай так, мы их сейчас посадим за руль, а сами ляжем, как будто это они нас сбили. Это самая тупая идея. Вот так, рук на руль. Вот, супер. Не буду пристегивать, не буду пристегивать, они виноваты. А мы-то что? А мы пострадавшие, ложись. Все, ждем. Скорая, менты. Тим, идея! Мы сейчас их вытаскиваем так же, как... Ну так же, как сбили. И ложимся рядом. Отдохнуть прилегли. Все вместе вчетвером вот так вот отдыхаем под солнышко. Все, давай, вытаскивай. Вот, Мишку положим так же. Чакука рядом вот так. Ты уверен? Уф, устали, заработались. Делай селфи, как будто просто фоткаемся. Ты уверен, что это хороший отдыхаем, вообще хорошо. Здесь так красиво, я перестаю дышать. Звуки на минимум, чтобы не мешать. Эти облака фиолетовые.
Кто-то едет, Эрик. Все нормально. Тихо. Эй, турист! Баку! Куку! Как дела? Что делать-то? Что делать? Ты говоришь, поможешь? Давай помогай. Сейчас, брат, сейчас. Ты почему мне деньги не скинул, а? Где бабки? Я же объясняю, что происходит полный криминал. Ты где его нашел-то? Я его первый раз в Казани вижу. Пацанчики, делаем так. Сейчас снег идет. Град. Через 3 часа их всех накроет. Никто их не найдет. И Исламчик новую машину купил, снегоуборочный. Их снесет отсюда нахрен. Давай что-нибудь дельное скажи. Да не беспокойся, у меня Исламчик в автовокзале работает. Водитель дальнего плавания. Смотри, сейчас мы их всех берем, грузим в багажный отсек. Они как раз таки цветастые там. Они же перемешиваются с сумками, да? Они перемешаются. Никто их не найдет, чертовой матери, а? Чё смотришь? Не будем мы так делать. Чё, он точно договорится, нет? Слушай, я не уверен, но... Ну чё, получилось, нет? Всё, трамбам-бам, чики-буки будет, пошли, давай! Давай, брат! Давай, 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 давай! Головой вперёд! Тихо, 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 чё кричите-то? Не ногами вперёд, не ногами вперёд, разворачивайся, разворачивайся! Подожди, у него... Что, что, что? Подожди! У него маска спала! Маска слетела! Никому не скажем. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Инфекция. А? Фу, Тимур, ну ты меня напугал. Я уже думал. Что делаешь? Фестиваль скоро, через 2 дня. Вот монтирую уже 3-ю ночь, не сплю, видео хочу сделать. Короче, видео, как будто бы мы ищем фестивальщиков, потому что у нас все фестивальщики пропали. Ходим там в правком, к волонтерам, к ректору, продили вот Кузова какую-то шутку вставить, ну, он всегда заходит. Ну, и потом фестиваль как будто хороним мы, прям вот сцену с похоронами сделать, трагично там, что было. Или это где-то было уже? Слушай, ты мог бы мне компьютер одолжить, я... Домой в Баку звоню. Вообще я давно не общался сам. Знаешь, почему? Давай, звони, я пока подумаю. Угу. Так, это я закрою. Закрыл ты? Надо было оставить. Или свернул. Ты смотри мне, не сломай тут ничего. Я закрыл. Компьютер 10 тысяч стоит. Алло? Мама, папа, привет. Махмуд? Махмуд, ты что ли? Махмуд, ты что? А братишка не дома мой? А братишка не дома. О, здорово, Тимур. А чё, не узнаешь что ли? Ну, одноклассник братишки моего, правильно? Махмуд, нет? А вот так... Ахмед, Человек-паук, иди сюда, пожалуйста. Тимур, ты с кем разговариваешь? Мы твою маму оповестили о случившемся. Она крайне тобой недовольна. А вы чего убегали-то? А чего догоняли-то?